Женщины-чуваши прославились на разных поприщах. Сегодня стало известно, что наша землячка, фристайлистка Лана Прусакова, завоевала золотую медаль в дисциплине слоупстайл на Всемирной универсиаде, которая проходит в Красноярске. За лучшую попытку в квалификации Лана Прусакова заработала 85,2 балла. Этот результат стал вторым и позволил ей пробиться в финал. В заключительных стартах фристайлистке не было равных. Набрать больше 87 баллов не удалось никому из девушек. На втором месте другая россиянка Анастасия Таталина. Лане Прусаковой 18 лет, она представляет ЧГУ имени Ульянова. Спортсменка – победительница зимних юношеских Олимпийских игр 2016, участница Олимпиады в Пхёнчхане. Я очень рада, что смогла уехать в свою попытку в финале. К сожалению, конечно, не все получилось, как я планировала, но я безумно счастлива, что мне удалось сегодня стать первой. Огромное спасибо хотела сказать родной Чуваши, людей республики. Также хочу передать большое спасибо своему любимому университету, ЧГУ, вот, и всем своим родным и близким. В мужских соревнованиях россияне не смогли завоевать награды. Лучшим стал наш земляк Дмитрий Мулиндеев. Он показал пятый результат. Я показывал неплохой уровень на универсиаде. Вот. Прыгнул трюки, которые я тренировал, которые могут мне дать в будущем еще больше, чем они дали мне сейчас. Поэтому отчасти я доволен, то, что я работал, но... Результат все-таки тоже мне заставляет напрягаться, то, что он не максимальный. У меня есть задел на будущее.